Петербургский тракторный завод – предприятие с многовековой историей. Завод является основоположником российского тракторостроения. В настоящее время предприятие производит уже пятое поколение кировцев. Для полного цикла выпуска качественной продукции завод обладает всеми необходимыми техническими ресурсами и опытными кадрами. Инженерно-конструкторская группа ведет постоянную работу по модернизации серийных образцов техники, занимается разработкой и испытанием новых моделей. Служба снабжения обеспечивает поставку всех необходимых комплектующих. Предприятие располагает собственными механообрабатывающими, металлорежущими, сварочно-окрасочными и сборочными производствами. Техническое оснащение производства позволяет выполнять самые сложные операции, минимизируя риск человеческой ошибки или брака. Одно из главных направлений развития завода – постоянное инвестирование в модернизацию производства. Сердце завода – это главный сборочный конвейер. Производственный потенциал предприятия позволяет собирать до 10 тракторов в день и продолжает расти. Высокие технологические требования к процессам сборки служат дополнительным гарантом надежности выпускаемой продукции. Служба приемки тестирует не только надежность сборки, но также удобство техники в эксплуатации и ее соответствие заявленным характеристикам. Предприятие самостоятельно обеспечивает отгрузку готовой техники. Служба сбыта выбирает способ доставки по согласованию с заказчиком. За последние 20 лет объем производства и реализации продукции завода достиг рекордных показателей. Завод имеет сеть дилерских центров не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.